что уже мы достигли в 2023 году. Вышел Gaming Hub NFT во второй половине 2023 года. Начался аудит компании Septic и SourceHead. И тестнет был запущен на блокчейне Ультрона в третьей части 2023 года. Также был выпущен тестнет на Binance Smart Chain. Интеграция с Chainlink. Chainlink — это, ну, по технической части нужно, необходимо. Протестирована была LotoDay платформа, 15 тысяч игроков, и купили около миллиона билетов за это время в тестовом режиме, да, в тестовом режиме. И запускаемся, мы запускаемся 29 декабря. Окей, это первое. В первую очередь платформа LotoDay выйдет на Binance Smart Chain. В Binance Smart Chain есть 300 миллионов пользователей. LotoDay запустится в первую очередь на Binance Smart Chain, и люди смогут покупать билеты по $3 через USDT на Binance Smart Chain. Okay. Далее. Как будет происходить значит, процесс? Каждый день в 7 часов по UTC, это примерно 11 вечера по Дубаю, это где-то... ну, короче, 11 вечера по Дубаю, каждый день будет начинаться раунд и заканчивается ровно 24 часа спустя. Окей? Розыгрыш в течение до 15 минут происходит. Те, кто выигрывает, определяться будет до 4 часов в зависимости от количества билетов купленных и в зависимости от Binance Smart Chain сети. И также выплата будет победителям до 2 часов. Okay? Победители получат свои USDT непосредственно на свои кошельки. Окей, те, которые выиграли. Значит, смотрите, здесь история ваша будет, ну, всех ваших, все ваши выигрыши будут понятны, когда вы на платформу заходите LotoDay. Вот адрес, который уже имеет там миллион долларов. Ой. Вы видите? Миллион долларов. Вот эти миллион долларов уже ожидают первого победителя. То есть 29 декабря, когда начнется первый розыгрыш лотереи, если будет счастливчик, который угадает, то он сможет уже забрать миллион долларов приз. Да? И этот будет расти. Этот кошелек тоже с сертиком, это аудит прошел. Вот, и все это будет... показано наглядно и видно. Это приз, который ожидает победителя. Okay. Те, которые имеют NFT, Gaming Hub NFT, будут получать USDT каждый день. Будут получать USDT каждый день. Вы просто заходите в бэк-офис, нажимаете на кнопку Claim и получаете свои USDT себе на кошелек. Окей? Okay. USDT вы будете получать в сети Ультрона. Okay? То есть вы получаете USDT в сети Ультрона. И вы можете либо купить на них монеты ULX, либо же перевести их в другую сеть. Мы это все тоже обучаем на наших тренингах. Я запишу вам короткое видео по этому поводу, как это все делать. Это очень-очень легко. Ну и, конечно, вы сможете загрузить на Flipme, когда Flipme выйдет, сразу же эти деньги на Flipme тоже на дебетовые карточки, да. Как это будет происходить? Значит, с 29 декабря запускается LotoDay. Все ваши Gaming Hub объединяются насчет оплат, чтобы вам было виднее, сколько в общем вы купили Gaming Hub'ов, сколько у вас общее количество очков аллокаций. И 48 часов после того, как разыгрывать лотерею, вы получаете свое первое вознаграждение. Окей? Я ожидаю, это будет где-то 1 января. Либо 1, либо 2 января. И потом с этого момента каждый день с 1 января вы будете получать в USDT для тех, кто имеет
Lotto Day, Gaming Hub NFT. Окей. Далее. Что нас ожидает? Первые три месяца 2024 года, январь, февраль и март, окончательный аудит Certica и от SourceHead мы получим в руки. Выпущена будет игры рынка предсказания на платформе LottoDay, то есть рынок пойдет вверх или вниз, вы угадываете, можете получать призы. Четвертая нативная игра будет объявлена. Окей. Сможет быть тестирована эксклюзивно те, которые имеют Gaming Hub NFT. Будет тестирована четвертая игра сначала в бете, режиму бете, а потом будет на тестнете четвертая игра. Инфлюенсеры начнут говорить о LottoDay. Первая фаза нового языка, которая поддерживает платформу LottoDay. Затем будет апрель, май и июнь 2024 года. Вторая фаза нового языка, которая продолжит LottoDay. Интеграция с блокчейном Polygon, интеграция с блокчейном Ultron, интеграция с блокчейном Tron или Optimism блокчейном, расширение команды, дополнительные методы оплаты юзерами их билетов. Окей. Первая фаза программы амбассадора для того, чтобы было больше роста пользователей игроков. И обратите внимание, будет разработана программа для тех разработчиков, которые будут игры внедрять в платформу LottoDay. Таким образом, LottoDay будет как лаунчпад, где будут новые и новые игры выходить, и мы от этого всего будем зарабатывать. Okay? И в это же время выйдет четвертая игра на LottoDay. Четвертая игра. Затем у нас будет июль, август и сентябрь. Будет помощь искусственного интеллекта на платформе. Будут различные международные инфлюенсеры с большими датабазами фолловеров говорить про LottoDay. Официальное партнерство с глобальными амбассадорами LottoDay. Партнерство с медийными компаниями глобальными. Вторая фаза амбассадорской программы. Игра, которая называется Double Jackpot Summer Lottery Game, будет. Также интеграция с Avalanche, еще одним блокчейном. Короче, выход. Короче, надо покупать гейм NFT. Надо покупать. Кто не купит, потом будет всю жизнь жалеть. Как Андрей Жариков любит говорить. Да, октябрь, ноябрь, декабрь будет выход мобильного приложения. Сначала эксклюзивно для тех, которые имеют Gaming Hub NFT. Потом будет бета на App Store и Google Play Store. Потом будет первая всемирная конференция LottoDay в следующем, в конце следующего года. То есть физическая всемирная конференция LottoDay. И мы там увидим всех победителей, Виталий. И это наглядно люди увидят, какая возможность была, и кто-то, может быть, пропустил, как Андрей Жариков любит говорить, пролетел как фанера над Парижем. Поэтому надо, важно, чтобы все поняли это и приобрели сейчас гейм. Бонусная программа, интеграция с Арбитрумом, интеграция с Эфиром, интеграция с Соланой или с Бейс. Airdrop будет запущен. И также будет запущена лотерея ULX. То есть можно будет выиграть миллион ULX приз для участников только в ULX. ULX лотереи. То есть, да. Будущее очень светлое. Да. Очень светлое будущее. И... Так что запуск через 3 дня. Так что торопитесь. Есть вопрос, кому по лотерее что-то непонятно.
Чтобы выиграть главный приз, надо 6 цифр угадать. Там женщина задала вопрос, я отвечаю. Да. Есть еще какие-то серьезные вопросы? Ребята, пользуйтесь моментом, задавайте. Потому что сейчас будем лотерею разыгрывать. Давай, Виктор, вопрос. Насчет инструкции, как играть и участвовать в лотереях, это все мы вам преподнесем на золотом блюдечке. Все короткие видео, как это все делать, не переживайте насчет этого. Я предлагаю, когда это все запустится, мы проведем неоднократные тренинги, и мы будем обучать вас, друзья. Вы можете купить лотерейный билет и подарить кому-то и сказать, хочешь вы иметь возможность выиграть миллион долларов? Хочу. Как? А вот посмотри вебинар, зайди на наш вебинар, зарегистрируйся на платформу, и я подарю тебе лотерейный билет. Понимаете? Насколько у вас, Хорошая идея. да, расти команда таким образом. Вот. Переоткрыватели метавселенной всех игр. Да, у нас будет платформа с многим количеством игр. И вы представьте, один раз вы купили долю в Lotto Day, получили все ваши выплаты, и потом заново выкупили вашу долю, и заново получили опять ваши иксы. Таким вот образом у вас будет идти постоянный пассивный доход от Lotto Day. Каждый день. Когда купить NFT? Можно прямо сегодня. Откуда такая щедрость? Ну, лотерейные компании, они зарабатывают много денег, но они оставляют это все себе. Так как у нас с криптовалютами есть возможность быть более эффективными, платить меньше налогов и иметь меньше работников, так они готовы давать эти части, которые просто не даются нигде в традиционных лотерейных компаниях. После запуска будет еще продажа Lotto Day хабов. Да, будет продажа Lotto Day хабов. Да. Сколько надо USDT, чтобы зайти на пассивный доход? Минимально это 100 долларов. Это самый минимальный NFT. Но желательно брать побольше, потому что от 100 вы получите только 100 Напиши, призов. напишите, как ваше первое впечатление о нашей дорожной карте 2024 года. Что нас ожидает? Интеграция не только с Троном, но и с Avalanche, с Solana, с Arbitrum, с разными блокчейнами, друзья. Это будет просто бомба. Аппликация мобильная. Мобильная аппликация, где человек может просто тыкать на кнопку и играть в лотерею. И, конечно же, ваши партнеры, да, у вас будет своя ссылка Lotto Day, вы дадите вам им эту ссылку, и ваши партнеры будут покупать и лотерейные билеты, вы будете зарабатывать тоже 5% насчет этого. И это вам будет окупать все ваши маркетинговые расходы. То есть я ожидаю, что количество после Lotto Day, количество партнеров в сети Ультрон в следующем году увеличится от 140 тысяч, я думаю, увеличится Три до раза. миллиона. Три раза. А А может увеличиться. может увеличиться в 3 раза, может увеличиться и в 8 раз. Четыре. Что мы дойдем в следующем году до миллиона уникальных пользователей. Я даже не сомневаюсь в этом. Да. И сколько будет стоить монета EOLX, когда у нас будет миллион пользователей? Поэтому я говорю, обратите внимание на стейки хаб, чтобы потом не жалеть. Вот там пару человек подняли руку, может, ответим прямо сейчас или после лотереи. Интеграция с Polygon Matic, кто-то там написал. Интеграция будет с полигоном тоже. Да, будет тоже с полигоном интеграция с Матиком.
Global Star Club. Возможности безграничны.